Парни, девчонки, всем привет. Ситуация следующая. Едем сейчас с оператором. Она мне говорит, ну вот смотри, про BMW про скидки сняли? Сняли. Про Audi про скидки сняли? Сняли. Говорит, а что же мы про Mercedes-то не снимаем? Я говорю, и вправду, что же мы про Mercedes-то не снимаем? Говорит, давай заедем. Я говорю, не зря я тебя выбрал. Вот не зря я тебя выбрал. И мы сейчас находимся уже на парковке около Mercedes-а. Эти ребята там не знают то, что против них готовится шпионаж. Мы сейчас глушим машину, снимаем микрофон, камеру берем с собой в карман, поэтому сразу приношу извинения, если будет тряска, сами понимаете, шпионское видео. Как оно, шпионское видео на профессиональную камеру, что может быть, снято? Нет. Пойдем туда, мы на Мазде, оценим ее в трейд-ин, пообщаемся, полазим, узнаем всю информацию за скидочки, что они могут предложить на C-шку, что они могут предложить на E-класс. В общем, все мы сейчас будем узнавать. Вы идете с нами. Поехали. Так, вот мы подходим к немецкому штабу в Москве. Никаких скрытых у меня моментов нету. Ни о чем я с ними не договаривал, сами понимаете. Просто бывают люди такие, которые во всем видят рекламу и думают, что мне за это платят. Нет. Вот идем, Авилон, Москва, Мерседес. Гоу. Парни, значит, мы находимся на территории немцев. Прошлись уже. Мы здесь уже, во-первых, 40 минут. Ходим, всю информацию, все разведал. Смотрел две машины. C-класс и E-класс. Значит, сейчас мы находимся в C-шечке. Она попроще. Цена базовая по прайсу автомобиля составляет 2 миллиона 550 тысяч рублей. С учетом того, что если ждать автомобиль 2017 года, а цена даже будет, говорят, повыше, чем вот это. Правда это неправда, покажет время. Машины придут в феврале примерно. Ну, в конце февраля. Вот. Значит, на комплектацию с AMG пакетом менеджер сейчас предложил 2 миллиона 200 тысяч с учетом того, что машина будет сдана в трейд-ин. Мою машину, Мазду, они оценили в 1 000 000 рублей. Представляете, в 1 000 000 рублей. Сейчас спрашивают, за сколько ты ее готов отдать? Продается машина сейчас на автору 1 200 000. Ну вот, 1 200 000 продается, не продается, это долго продавать. Я говорю, я понял, 80 тысяч. В общем, скидка идет по трейд-ину. 1 000 000 они забирают и 80 тысяч они готовы скинуть. Вот. Что мы за эти деньги получаем? В принципе, все то же самое, что есть сейчас, там даже ну, поменьше, чем в Мазде. Стеклоподъемники хорошие, в принципе хорошие. Шумоизоляция, как он заверяет. Ближний свет диодный, дальний свет галогеновый, подчеркиваю, галогеновый. Но он говорит, лампочка идет белого цвета, то есть как бы от диодной ты не отличишь. Вот такой дисплей у нас будет небольшой, без навигации. Без камеры, соответственно, машина идет. Климат-контроль, управление. Диски читает. В общем, все глянцевое, красивое. По-любому надо будет пленка окатывать, потому что вот тестовая машина в шоуруме стоит. Уже здесь все такое поцарапанное. А так, все машины собираются в Германии. То есть нашей сборки никакой нет. Но это чувствуется, потому что машину садишь, что начинаешь трогать, там крышу. В принципе, все так добротно сделано, все мягенько. Даже несмотря на то, что это C-класс. Сиденья задние складываются. Багажник, в принципе, большой. Все шины идут по системе RunFlat. То есть запаски никакой нету. В целом машина симпатичная, ну вот, подчеркиваю, 2 миллиона 200 тысяч рублей. Я у него спрашиваю, говорю, это конечная цена, ниже разговаривать не будете? Да, да, конечно, ниже разговаривать не будем. В процессе разговора говорю, так, ну я сейчас прокачусь по другим дилерам, говорю, если цену ниже найду, будете разговаривать, есть смысл звонить? Да, конечно, если найдете ниже, звоните, мы цену перебьем. Вот он вам, пожалуйста, интерьер E-класса. Подчеркиваю, мы все находимся также в салоне. Просто тут два сотрудника ходят и уже косо поглядывают на нас, потому что вокруг машины ходим, крутимся с камерой. Значит, что будет в E-классе, в принципе, в базовой комплектации, она называется бизнес. Сразу будет камера заднего вида, сразу будет такой дисплей небольшой, эти вот смотрите, но он идет с навигацией. Управление климат-контролем, управление мультимедией, подстаканники. Машина, ну, конечно, внутри по салону она значительно симпатичнее, то есть такая чувствует сразу совсем другой уровень. Качество отделочных материалов тоже здесь совершенно другое. Цена прайса 3 миллиона 50 тысяч рублей. Менеджер предложил данный автомобиль, базовый, в принципе, комплектация за 2 миллиона 690 тысяч рублей при условии того, что, подчеркиваю, напоминаю, 80 тысяч из них это трейд-ин. Таким образом, скидка составляет порядка 350 тысяч рублей. Отметил то, что есть где-то здесь у них на стояночке E-класс стандартного базового белого цвета. Говорит, комплектация что-то застоялась, там обычная машина, никто ее брать не хочет. И на нее готов скидку сделать 550 тысяч рублей.
И та же самая история. Найдете дешевле, конечно, приезжайте, перебьем. Что скажете? Пишите ваше мнение вообще по автомобилю в комментарии, что ли. Ну вот этот гелик вообще четкий. Сколько он? 16, 15, 15 500. Смотрюсь. Ты чисто колхозник, короче, в дорогой машине, да? Пацан вот с области приехал. Эй! В такой куртке, да? Эй! Чего? Ну что? Не, а так сидеть посадка, честно, очень удобно. И откинуться, и вот летом, наверное, будет круто. А вот сзади, конечно, места вообще мало. Вот если сам за собой садишься, покажи, открой заднюю дверь и покажи. Ну ты не залази, ты просто покажи. Куда ты лезешь? Не лезь. Место. Даже так видно, то что мало его. А вот это больше на музей похоже даже. Просто майбахи. Тот 10 миллионов, этот 1,5. Представился здесь какой-нибудь красоточкой. С красотулечкой. Куда поедем? Кушать поехали. В ресторан хочу. Разведка докладывает. Как вы уже увидели, скидки есть. Их не может не быть. Конечно, все привязывают к тому, что автомобиль 16 года, мол, в 17 году таких скидок не будет. В этом, конечно же, есть правда. Сейчас вот придут новые машины, на них скидки все равно будут, но не такие грандиозные, как сейчас. Мы специально рассматривали две модели C-класс и E-класс. C-шка, она, ну, казалось бы, еще более-менее доступна тем, кто владеет сейчас новыми автомобилями, у кого там, ну, может, там, кто может заработать пару миллионов рублей на автомобиль. Ешка, это, конечно, уже там для более крупных, не знаю, городов, для более узкого круга людей. Но в тот же момент есть такого ценового сегмента автомобиль, что 5 миллионов, 12, 15, 19 миллионов. То есть квартира, дом, две машины и еще одна жизнь останется. Вот чисто тебе, пожалуйста, будет какой-нибудь там гелик AMG-шный. Поэтому что нужно делать, если тебе, в принципе, это интересно, и ты готов, и у тебя есть денежные средства, чтобы купить этот автомобиль? Прийти также к любому дилеру, дать понять то, что ты реальный покупатель, получить от него коммерческое предложение, и вот с этим коммерческим предложением отправляешься ко всем остальным дилерам. Приходишь и говоришь: здравствуйте, есть деньги, хочу купить машину. Кладешь, вот такое дали предложение, они смотрят, ну и начинается уже, в принципе, борьба за тебя. Если есть машина, то они тебе перебивают цену, либо они тебе могут предложить за эту же цену, но автомобиль классом выше, комплектации выше, еще что-то. Ну, всякое может быть. Все ситуации индивидуальные, надо все рассматривать самостоятельно. На этом мы заканчиваем. Надеюсь, наше расследование небольшое вам было чем-то полезным. Подписывайтесь на канал, задавайте ваши вопросы, подписывайтесь на инстаграм канала. До новых встреч, всем пока-пока.